Как вы, ребят, наверное, уже поняли, сегодня я приехал на рыбалочку до Победного. Может, с ночевой, может, не знаю, посмотрим. Короче, рыбалка сегодня будет долгая. Буду пытаться вылавливать крупных карасей. В общем, померил тут веслом глубину вот в этом месте, и тут прям реально глубоко. Вот. Не знаю, будет он тут, не будет карась, но, наверное, есть смысл попробовать. В общем, решил я все-таки остановиться здесь, на вот этом местечке, куда-нибудь сюда поставлю платформу, будет все шикарно. Есть тут трава вдоль берега, есть тут приличная глубина, и я надеюсь, что крупный карась будет стоять на глубине, потому что на глубине, как известно, вода попрохладнее, а такую прям сильную жару карась тоже не любит. Вот. Ну, красота среди бегущих, первых нет и отстающих. Зачет. Зачет. Вот она, ребят, секретная насадочка. Желтые сопли. Надеюсь, на нее будет клевать. Господи, как тут хорошо в тенечке. Ветра нету. Солнышка нету. Глубина нормальная. Еще будут караси тут были сегодня. И просто рай.
Зачем, ребят, нужна платформа? Сейчас я вам все подробно расскажу и объясню. В общем, смотрите, платформа нужна для следующего. Дело в том, что когда рыбачишь на хирабуну, то используешь поплавочки с очень тонкой антенной. Тут вы, наверное, зададите вопрос, при чем здесь платформа. Когда вы рыбачите, вот, к примеру, на вот такой вот поплавок с такой тонюсенькой антенной, то на расстоянии 8-10 метров антенку этого поплавка, если она гружена правильно, то есть вот так вот, ее будет очень плохо видно. Вот. А тут именно вся суть рыбалки заключается в том, что используешь поплавки с тонкой антенной. Вот почему? Потому что у карася часто бывают поклевки, так называемый тук. То есть когда карась клюет вот так, на одно деление. Раз, и все. Раз, и все. Когда такое происходит, то кусочек теста залетает карасю в пасть, и вот этот перегибчик лески как раз и ознаменует собой именно вот такое вот движение. Так вот, когда происходит такая поклевка, ее, во-первых, надо заметить, а во-вторых, надо своевременно произвести подсечку. Если подсечку не произвел, рыбу не поймал. А таких поклевок зачастую за рыбалку бывает достаточно много. И чтобы ловить рыбу в достаточном количестве, получать от этого кайф, приходится использовать более короткие удилища, ловить на более короткой дистанции. А чтобы доставать до рыбы, которая стоит достаточно глубоко и достаточно далеко, нужна платформа с достаточно длинной ногой. Ну и плюсом ко всему, на таких обрывистых берегах ты на этой платформе сидишь просто как царь. Да, эта штука не из дешевых. Ждал я, когда она ко мне придет, полтора месяца. Размер ее 1,20 м на 1 м. Но я ни разу еще не пожалел о своем приобретении. На эту платформу я также могу поставить палатку и сидеть в абсолютно непригодных для рыбалки условиях ловли. То есть будет дождик поливать, а я буду сидеть, и у меня все вещи будут сухие, и все будет хорошо, здорово и классно. В общем, вот так вот вкратце я объяснил, зачем нужна платформа. А сейчас надо будет потихонечку все настроить. Настроить снасточку, удочку. И приступить к ловле. Оснасточка у меня хранится вот на таких вот мотовильцах. И сейчас это оснастка, где два крючка будут лежать на дне. Вот такая вот оснасточка у меня идет. То есть идет грузик, вертлюжок с быстросъемом. И вот они, вот два крючочка. И антенка загружается тогда, когда у меня два крючка вот так вот лежат на дне. Вот. Антенка из воды, получается, у меня будет торчать. По идее, эти крючки прям топят антенну, но я гружу так, что будет касаться дна только вот два крючка, и будет торчать вот два, либо вот вообще одно деление. Посмотрим. Сейчас вот я замешиваю тесто, которое будет, скажем так, бронебойным. Будет хорошо держаться на крючке. 20 мл картохи быстрого приготовления. Затем примерно 5 мл глютена. По-народному это пшеничная клейковина. Вот. Просеянная прикормочка. Мелко-мелко фракционная. Ее я добавлю для вкуса, скажем так. Примерно 10
миллилитров. Итого у нас получилось примерно 35 миллилитров сухой смеси. На эти 35 миллилитров надо 15 миллилитров воды. Тогда тесто будет хорошо держаться на крышке. Оно будет жестко и стойко. Получился у нас жесткий пластилин, так скажем. Можно его сжать дополнительно. И все. Теперь будем ловить. Первый карасик пойман. Клюнул он на желтые вот эти вот соплики. Поклевка очень плавненькая была. Но не крупный. Интереснее рыбка. Ну, чуть-чуть поинтереснее. Красивый. Красивый на твердое тесто клюнул. Плавники красные. Но не горбатый. Но золотой. Ух, какой хороший. Вот они, микропоклевочки такие. Прям еле-еле. Вот. Угу. Золотой.
Ага. Это уже чуть-чуть поприятнее. Чуть-чуть поприятнее. Клюнул на желтенькие сопельки. Ну, ждем еще покрупнее рыбу. Желтую соплю клюет сразу же. Как только вот он ее видит, он ее сразу засасывает. Весь он не крупный, короче. Ну, в общем, ребят, не сказать, что прям совсем, но чуть-чуть покрупнее. И то ладно. Под поверхностью воды ходит куча карасей. Но они небольшие. Тут вот рядом с удочкой тоже очень много карасиков под поверхностью ходит. Прям очень-очень много. Но крупных всплесков пока было только два, и они были немножко в другом месте. Наше ароматное тесто, похоже, собрало вообще абсолютно всех карасей в округе. Тут, в районе, где должен находиться поплавок, происходит вообще просто скопление карасей мелких. Ну, не знаю, может быть, эта поверхностная движуха сыграет нам на руку. Может быть, приплывут сюда какие-нибудь крупные особи. Кто знает.
Надеюсь, что так и будет. Ну, в общем, я переоделся, подготовился к ночной рыбалке. Носочки, кофта. Фонарь еще не стал пока ставить. Еще пока видно поплавок. Вот. Заварил дошик. Ждем подхода хорошей рыбы. Сумерки начинают густеть. Это значит, что пришла пора доставать самый крутой фонарь. Вот такой. Который будет бить ультрафиолетовым лучом на вершинку моего поплавка. И вершинка в этих лучах ультрафиолета будет гореть. Пришли сумерки, пришло время крупных карасей. И что-то вот у меня опять есть желание попробовать ловить на два крючка. Хочу снова попробовать половить на эту желтую склизкую насадочку. Посмотрим, если мелкий задалбывать будет карасик, то снова переключусь на большой крючок. А на большой крючок точно так же, как и на мелкий крючок. Поклевки идут, только подкидывай. Единственное то, что нету четких тугов. То есть как бы можно сделать осторожный вывод о том, что крупного карася на точке пока что нету. Вот. Однако на этом водоеме в темное время суток я уже ловил рыбок, таких где-то в районе 200 граммов. Поэтому надежда у меня как никогда на высоком уровне. Вот. Заряжу в шприц эту желтую соплю. Вот она. Ну и начнем ловить.
Угу. Попал. Толстенький. Желтенькую сопельку съел. Угу. Карасик. Ребята, это что-то новенькое. Клюнул пискарь, короче. Я в шоке вообще. Никогда бы не подумал, что тут есть пискари. Вот на верхнюю желтенькую сопельку клюнул пискарик. Давай, беги, дорогой. Сопельку, по-моему. Да, на сопельку клюнул. Как им нравится эта сопля. Вообще прям такая хорошая насадка, шикарная получилась. Сразу два, блин, ёлки-палки.
сразу два, я думаю, что там такое. Дуплетик. Ребят, время 2 часа ночи. Крупный карась так и не пришел, зато исправно клюет мелкий. Но как бы ловить его поначалу было интересно, но сейчас я уже просто-напросто устал. Поэтому я решил эту рыбалку сегодняшнюю закончить. Вот. Испытал я новую насадку, показала она себя очень даже хорошо. Вот, поймал немножко рыбки. Вот. Карасики красивые. Но я их буду переселять, потому что на сковородку такие это маленькие. В общем, ребят, всем не хвоста, не чешуи, крепкого здоровья. И увидимся с вами в следующих видосах. Надеюсь, что караси в следующий раз будут крупными. Всем пока.